Ну что, вот и завершается наша антифоулинговая эпопея. Не прошло и 10 дней, как мы сделали обработку днища, еще кое-что по мелочам, и вот на грани прыжка на воду. Кран застыл. Кран и шаман застыли в ожидании. Конечно, у них весьма богатый, мощная штука такая. Не знаю, на сколько тонн, но то, что наши 20, здесь пушинка, это точно. Последние штрихи. Последние мазки. У команды нет предела радости. Все стосковались по воде. И, честно говоря, порядком поднадоел тунис. Вот кому интересно, в зеленой майке это Big Boss, как его называют. То ли владелец, то ли мастер-управляющий этой маленькой мини-верфи. Гораздо более вменяемый человек, чем Сабур. Момент отрыва. Шаман в воздухе. Проверяют крепление и потихонечку сейчас двинемся. Зачищают и подкрашивают места стояния на килях. Зачищают и закрашивают последние пяточки места стояния.
Ну вот и поехали. Сначала развернемся. И кормой вперед опустимся в воду. Два пилота, на всякий случай, мало ли у кого-то будет сердечный приступ, так второй подстрахует. Вон у нас опять появились безбилетники. Заяц бесплатно катается на веревках под шаманом. И все за наш счет. Готовим концы, чтобы придержать. Кранцы на левом борту также готовы, чтобы прижаться. Вот шаман коснулся воды. Погружаемся, как подводная лодка. Ну вот, вот мы снова на воде. Шамана выводят из-под строп. Потихонечку. Это называется тунисские бурлаки. Против наших, конечно, жиденькие, а вот и наши. Можете сравнить размеры.
Я говорю, тунисские бурлаки. Я говорю, жиденькие против наших. Что-то лопочут, конечно, по-своему. Мы не понимаем, но пока не вмешиваемся. Пока ничего критичного не намечается, все в порядке. Ну, вроде бы благополучно мы и завершили спуск на воду. Последние мгновения. Ребята придерживают. Ну и сейчас капитан поднимется на борт. Спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Спасибо, спасибо, хорошо. Спасибо, хорошо. Хорошо, спасибо. Хальду, хальду. Кранцы. Кранцами заведует у нас Саныч. Здесь я спокоен. Ветерок маленько задувает. Yeah. Good. Very nice. Easy and correct. Ну что? Швартоваться левым бортом. Ну что, вот прощаемся мы с доком. Посмотрите на него с воды, с борта шамана. Скажем ему в любом случае спасибо. При всех трудностях и трениях от всего сердца. И нас ждут новые приключения. До скорых встреч!